Душой, прославлю имя Твое.
слышится земля. Все цари земные, поклонитесь Богу и прославьте Иешуа. Слушай, Израиль, Господь Бог, мой небес, чье славное имя Бог, благослови. Слушай, Израиль, Господь Бог, мой небес, чье славное имя Бог, благослови. Всех народов пусть познают Бога, царя Израиля. Пострубите трубы громко на Сионе, пусть услышится земля. Поднимите знамя нашего народа, сильного Израиля. Слушай, Израиль, Господь Бог, твое имя, чье слава. В чем наша сила? Только в Господе, аминь. Господи моем, жизнь и благодать, Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Будем петь и танцевать, и яко. Давайте еще скажем, Господи. Господи моем, жизнь и благодать, Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Будем петь и танцевать, и яко. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит.
Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать, Господи моем, Господи моем, жизнь и благодать. Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать, я Слава душа моя, слава душа моя всегда, Господа.
Абину Шебешимаем, спасибо тебе за твой руах. Во дворы мы входим твои с хвалою. Помоги также нам войти, ибо святая святых, поклониться святому имени твоему и проговори к нам, поднимая к тебе наши руки. Говорим спасибо. Спасибо за Иешуа, который стал нашим агнцем Пасхой, закланный за нас. Достой, достой.
славе вознесем. Его прикосновения, все, что мы будем слышать, что будем запоминать, писать, оно не имеет никакого смысла, если не Бог, то для чего вообще это нужно? Я призываю вас именно к этому поклонению, поклонению перед Богом. Как бы ни было тяжело, что бы в жизни ни происходило, вот этот внутренний стержень, который в тебе, утвержденный Богом через спасение, через познание Мессию, делает наш характер несгибаемым, непоколебимым. Давайте поднимем к ним наши руки. Когда священники поднимали руки в благословении, это акт поклонения. Превознесся. Достоин, достоин, ты достоин.
приглашение помолиться друг за друга. У вас есть друзья рядышком. Если там вы с женой, обнимите ее. Если вы не с женой, не обнимайте. Друзья, может, тоже обняться. В этой молитве благословение. Возьмите просто за руки. Аба, помоги нам создать эти отношения такими, чтобы ни при каких обстоятельствах мы не предавали друг друга. Ни в каких обстоятельствах мы бы не отказались друг от друга. Чтобы мы говорили, это наша культура, в центре которого есть Христос, умерший за нас. Когда мы делаем ошибки, когда мы падаем, либо просто ошибаемся, помоги нам быть эхад, одним целым. О, Аба, пускай Твой Руах, Он сейчас нисходит на нас, и мы благословляем друг друга именем Твоим. Благословляем наших друзей справа, с левой стороны. Благословение с небес, пускай они истекают. Приходит в нашей молитве, Господь, каждому из нас. Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в этом, Господь.